Меня зовут Рябчикова Екатерина, я из города Харькова, окончила Украинскую инженерно-педагогическую академию по специальности дизайн одежды. И я сейчас преподаю в британской школе дизайна от Northumbria University. Школа находится на Шри-Ланке и одна из лучших, в общем-то, лучшая школа здесь. И я тоже востребованный специалист, я преподаю на уровне с выпускниками с лучших школ Британии, с London College of Art, с Toronto Academy of Art. У нас преподают лекторы с Канады, с Америки, с Британии. И я в том числе преподаю на уровне с ними, и поэтому хочу просто поделиться опытом, что наше образование украинское востребованное, и знания, которые вам дают в университете, они вам обязательно пригодятся. И действительно, мы получаем хороший опыт, хорошие знания. Поэтому я вам желаю продолжать учиться, продолжать развиваться, но, конечно же, учить английский, развивать свои навыки и продолжать международные связи. И поверьте мне, мы не менее профессиональны, чем все европейские, американские страны, поэтому стремитесь, учитесь, продолжайте, все у вас получится, все будет на высшем уровне.